Вот и сегодня мы продолжаем собирать подписи. В сборе подписей очень активно участвуют люди, которые хотят жить так, как они хотят. Вот. У нас вот такие люди, как Навальный. У него была жена, он свою семью бросил, теперь заимел любовницу. Ее фамилия Ведута, которая работает у него пресс-секретарем. Но он баллотируется еще у мэра города, я не знаю, как он пройдет или не пройдет. А мы хотим иметь своих руководителей, чтобы они были хорошие семьянины, чтобы они были честные люди, чтобы они давали жить нашим людям. Вот поэтому мы и поддержку нас, наших подписей, очень многие люди соглашаются на это.